Сегодня шестой день нашей медитации. Мы говорим о том качестве, которое человека отличает от всех остальных живых существ. Мы говорим о нашей речи. Наша речь — это очень большая тема, потому что каждый из нас наверняка понимает и понимал, что с помощью речи мы разрушаем миры, с помощью речи мы строим миры. Самый наш первый грех в истории человечества, он тоже начался с речи, началось с того, как вы помните, что змей Нахаш, он обманул Хаву, Хава преувеличила, да, и в итоге она сказала что-то Адаму, из-за чего он согрешил, и вот эта вот неправильная речь, она преследует нас с тех пор, сколько всяких моментов, сколько всяких заповедей есть касаемо речи, заповеди злословия, запрет пустословия и так далее. Нам очень тяжело контролировать свою речь, вообще весь наш контроль можно измерить по тому, как мы говорим, что мы говорим, с кем мы говорим. Мы помним прекрасно, что грех злословия, он бьет по самому человеку, который говорит лашон ара, он бьет по тому, кто его слушает, и он бьет по тому, о ком они говорят. То есть в одном предложении может быть три пострадавших. Мы знаем прекрасно, что грех злословия, он сравнивается с грехом убийства, с грехом идолопоклонства и разврата, с самыми тяжелыми грехами, и наши мудрецы утверждают, что грех сквернословие, грех лашон ара, он даже хуже. Поэтому здесь какой источник не возьми, все говорят про речь. С другой стороны, иудаизм не говорит о том, что человек должен все время молчать. Иудаизм говорит о том, что человек должен строить своей речью. Есть столько возможностей построить действительно других людей с помощью нашей похвалы, с помощью хороших слов, с помощью поддержки, заботы, с помощью того, что именно через речь ты показываешь, что тебе не все равно. Слова Торы, слова мудрости, да, нет ничего подобного этому, мы не можем просто молчать, мы должны говорить, мы должны защищать, мы должны отстаивать, только мы должны правильно направлять свою речь и контролировать свою речь. Сегодня мы возьмем более такую как бы глубокую тему, как мне кажется, это наш разговор с собой, потому что в конце концов все зависит от того, как я говорю сама с собой. Если сама с собой я говорю как самый страшный критик, если я постоянно осуждаю себя изнутри, если я тыкаю себя в какие-то свои слабые стороны, то понятно, что с другими я тоже буду говорить не сильно добрым образом. Поэтому сейчас мы с вами сделаем медитацию и проанализируем именно наш внутренний диалог с самим собой. Мы снова закрываем глаза, мы уже, наверное, делаем это автоматически. Давайте снова расслабимся максимально, насколько мы можем. Отключим, конечно же, мобильные телефоны, любые звуки, они должны только помогать нам уйти в себя глубже, глубже и глубже. Почувствуйте, как будто бы вас захлестнула волна релаксации, волна отдыха, волна отсутствия напряжения. Почувствуйте, как будто вы бежали и пришли куда-то, сели, отпустили. Вам просто хорошо, и вы чувствуете себя на нужном месте в нужное время. И сейчас мы проработаем именно наш внутренний диалог с самим собой. Вспомните, пожалуйста, как вы совершили какую-то ошибку, как вы сделали что-то, о чем вы жалели, какие слова вы говорили себе, как я могла это сделать, как это глупо, как это бессмысленно, на кого я похожа, как на меня будут смотреть, что я скажу, что мне есть сказать в оправдание. Я бы отдала все возможное для того, чтобы только не совершить эту ошибку. Зачем? За что? Как ты могла? Как вы чувствуете себя в этот момент? Меняет ли что-то внутри вашего тела? Когда я говорю такие слова, я неудачник. Лично я чувствую сжатие вокруг своего сердца, да, ощущение себя маленькой, бессмысленной. Возможно, вы чувствуете что-то совершенно другое. У каждого есть свои ощущения, и они могут меняться день ото дня. Но запомните это ощущение, как мы себя ощущаем внутри, когда мы так с собой разговариваем. А теперь у нас есть потрясающая возможность, которую нам дал Всевышний. Мы можем сделать выдох, и с этим глубоким выдохом, как будто бы мы выкидываем весь этот негатив изнутри себя. Представьте, что все это ушло. Расслабьтесь. Нажмите как будто бы кнопку перезагрузка,
почувствуете какое-то обновление, какое-то внутреннее изменение. Если нужно еще немножко выдохнуть, выдохните еще этот негатив, встряхнитесь, как будто бы вы отряхиваете себя от этого негативного внутреннего диалога. И теперь поменяйте этот диалог. Скажите себе другие слова, только искренне. Скажите себе: я достойна, я любима, мне есть чем делиться с людьми, мне есть чему научить людей, мне есть что давать. Я стараюсь и становлюсь лучше, я работаю над собой, и это бесценно в глазах Всевышнего. У меня получается. Может быть, не так быстро, как я бы хотела, но у меня получается. Меня можно любить такой, какая я есть. Я бесценна и уникальна. У меня впереди еще очень много успехов, очень много препятствий, которые я смогу преодолеть с помощью Творца. Как мы чувствуем себя, когда мы говорим себе эти слова? Ощущаете ли вы расширение, как будто бы внутреннее спокойствие, гармонию, радость, мотивацию, нацеленность, понимание, что делать, понимание, что у вас получится это сделать? Отслеживайте, пожалуйста, как можно чаще свой внутренний диалог. Работайте над ним, улучшайте его. Если вы будете с собой разговаривать так, никто не сможет вас обидеть, никто не сможет вас унизить, потому что внутри вас есть ваш лучший друг, ваш лучший соратник, ваш самый большой болельщик. Но если вы будете ругать себя, то никто не сможет доказать вам, что вы уникальны, любимы, потому что внутри вас всегда будет голос, который будет критиковать, опускать и унижать. Не позволяйте этому голосу руководить вами. С новым пониманием, новым осознанием давайте вернемся в эту комнату и попробуем как можно чаще обращать внимание на свой внутренний диалог. Спасибо.